Многочлены деления круга в школьной программе учат долго. Обычно их так не называют. Говорят о формулах сокращенного умножения. Х квадрат минус 1 – это х минус 1 умножить на х плюс 1. Одна из важнейших формул школьной программы в разнообразных вариантах, что только с ней не делают, разность квадратов. Так вот, х минус 1 называют первым, а х плюс 1 – вторым многочленом деления круга. Х куб минус 1 – это х минус 1 умножить на х квадрат плюс х плюс 1. Вот это первый, это третий. Х в четвертой минус 1 разлагается по формуле разности квадратов, а х квадрат минус 1 мы уже знаем. То есть получается х минус 1, х плюс 1, х квадрат плюс 1. Соответственно, первый, второй, четвертый. Х в пятой степени минус 1 – это х минус 1 умножить на сумму геометрической прогрессии. И вообще для любого простого числа p так будет. Скажем, для семерки х минус 1 умножить на х в шестой, пятой, четвертой, третьей, второй, первой и второй. Вот. Х в шестой минус 1. Смотрите, по формуле разности квадратов разлагаем на такие множители. Х куб минус 1 и х куб плюс 1. Но каждая из этих скобок легко разлагается при помощи кубов. То есть х минус 1 умножить на х квадрат плюс х плюс 1 и х плюс 1 на х квадрат минус х плюс 1. Это, соответственно, первый, третий, второй и шестой. Вот смотрите, здесь вот выписано несколько первых, 8 первых многочленов. И для тех, кто знает комплексные числа, их корни. Если х минус 1 равно нулю, то х равно единице. Х плюс 1 равно нулю, х равно минус единице. У этого вот такое, то есть если по формуле когда вы не решите, то получите там корень из этого минус 3. Здесь корнями являются числа плюс-минус и. Здесь уже интереснее, так вот на вид непонятно. И даже если решать, что называется, школьным способом, то не так-то просто. Смотрите, делим на х квадрат. Получаем х квадрат плюс х плюс 1 плюс 1х плюс 1х квадрат равно 0. Единицу переносим в другую часть. Здесь делаем замену. Х плюс 1х обозначаем какой-нибудь буквой. И получаем квадратное уравнение на эту самую х плюс 1х. Ну, потому что, понимаете, когда в квадрат разложишь, то здесь получается х умножить на 1х еще на 2, 2. 2 минус 1 – это как раз та самая единица. Ну, замечательно. Значит, х плюс 1х это минус 1 плюс минус корень из 5 пополам. Ну, конечно, можно на х умножить, квадратное уравнение написать, решить, но уже не очень понятно, что это будет. Так вот, если знать комплексные числа, то все легко. Потому что когда у вас х в степени n равно единице, то модуль числа x должен равняться единице, потому что при возведении в степень модуль возводится, а аргумент умножается на n. И значит, n аргументов x – это какое-то кратное число 2π. 2π, где k – некоторое целое число. Значит, аргумент x – это 2π делить на n. Здесь, конечно, k можно представить любым целым числом, но у вас пойдет повторение, по-моему, 2π, поэтому на самом деле разумно считать k от 0 до n минус 1. И вот они корни. Это вершины правильного n-угольника. То есть вы рисуете окружность с центром в начале координат и радиусом 1, здесь вот ставите в точке 1 вершину и делите эту окружность на n равных частей. Тогда корни многочлена x в степени n минус 1 – это в точности вершины вот этого правильного многоугольника. Всерьез многочленами деления круга стал заниматься в начале 19 века Гаусс, который довольно молодым человеком доказал такую теорему. Циркулем и линейкой можно построить вершины правильного 17-угольника. Ну, а заодно и для числа 257, и для числа 65537, то тем же самым способом, то есть для чисел, которые являются суммой степени двойки и единицы, и при этом простые. Вот, из этого много всего интересного в алгебре вышло. Не из того, что можно построить, а из вот этих вот рассмотрений многочленов деления круга
арифметике очень-очень-очень важно знать. То есть даже самый простой случай, когда вы берете многочлен x квадрат плюс 1, приводит к так называемым целым гауссовым числам. Вот это так называемые числа Эйзенштейна. Вот, так что это очень интересный объект. Мы посмотрим сейчас несколько еще, потому что здесь на доску вошло только 8. Смотрим дальше. Х в девятой степени минус 1. Это х куб минус 1 умножить на х в шестой плюс х в кубе плюс 1. Заметьте, опять получается первый, третий и девятый многочлены. Х в десятой минус 1 разлагаем сначала при помощи разности квадратов, а потом здесь вот я сделал перескос, здесь должен быть плюс 1. Вот, ну, ничего страшного. В общем, все замечательно. Заметьте, все делители числа 10 здесь по одному разу присутствуют. Х в 15 минус 1 тяжелее. А именно, вы, конечно, можете написать так, х в 5 минус 1 умножить на х в 10 плюс х в 5 плюс 1. И можете написать так, х в куб минус 1 умножить на х в 12 плюс х в 9, в 6, в 3 и в 0. Но не очень понятно, как их дальше. Ну, смотрите, х минус 1, конечно, надо написать. Дальше вот от этого, конечно, х квадрат плюс х плюс 1 надо написать. И от х пятой минус 1 тоже надо написать. А вот здесь возникает дробь. Х в десятой плюс х пятой плюс 1, деленное на х квадрат плюс х плюс 1. Но можно поделить уголком. И все поделится. Видите, вот здесь вот написано. Х в десятой плюс х пятой плюс 1. Делили. И вот он, многочлен деления круга на 15 частей. Возникает вопрос, а почему всегда так будет? И, что самое интересное, а нельзя ли этот многочлен разложить еще? То есть я, конечно, молодец, я здесь сумел разложить x в 15 степени минус 1 произведение четырех многочленов. А может быть, можно и дальше? Оказывается, нет. Многочлен деления круга не разложим над полем рациональных чисел. То есть невозможно представить этот многочлен в виде произведения двух многочленов с рациональными коэффициентами. Мы это с вами сегодня докажем. Но сначала надо объяснить, а вообще, почему это многочлен. Вот смотрите, мы уже поняли, какие корни у многочлена x в степени n минус 1. Наверное, имеет смысл воспользоваться теоремой Безу и, собственно, расписать. Перед тем, как объяснять, что неприводимость и так далее, посмотрите, 105 – это 3 умножить на 5 умножить на 7. То есть это разные, самые маленькие, нечетные, простые числа. 105 многочлен, заметьте, 48 степени, среди его коэффициентов есть минус 2, то есть не только нули и единицы коэффициенты, а вот бывают и другие. Можно доказать, что сколько угодно большие бывают коэффициенты, так что не только нули и единицы. И заметьте, пожалуйста, если его читать так и в обратную сторону, то вот какие коэффициенты? 1, 1, 1, минус 1, минус 1, минус 2. 1, 1, 1, минус 1, минус 1, минус 2. И вот дальше, если продолжить, то будет то же самое. Это возвратный многочлен. То есть, если в него вместо x подставить одну x и умножить на x в 48 степени, у вас получится тот же самый многочлен. Так вот, в общем, не очень понятно, почему этот многочлен не разложим. Хорошо, давайте все-таки не буду пугать. Поскольку мы знаем все n корней многочлена n степени, и это разные, это просто-напросто числа 1, зита в квадрате, равняется зита в n минус первой степени, то многочлен разлагается на множители вот так. X в степени n минус 1. Это произведение x минус зита в k, и по всем k от нуля до n. Здесь больше или равно, а здесь меньше. А теперь смотрите. Мы можем разумным образом сгруппировать. То есть мы
чему равен наибольший общий делитель числа k и числа n. Это будет какое-то число, какой-то делитель числа n. И все зита в степени k такого вот вида, когда наибольший делитель равен d, мы можем же представить, смотрите как, вот если k это d умножить на l, где l взаимно просто с n, то дзита в степени k это же будет дзита в степени d, возведенная в степень l. А дзита в степени d это уже корень, имеющий такой же вид, только когда вместо n написано n разделить на d. Поэтому, очевидно, вот такая формула. Потому что у нас как раз вот для данного d здесь получается многочлен деления круга на n разделить на d частей. Однако, когда d пробегает все делители числа n, то n разделить на d пробегает тоже все делители. Поэтому мы можем написать так, что здесь просто по делителям n делится на d. И теперь, смотрите, как все здорово получается. FdT это есть произведение выражений вида x минус зита в катой, где k пробегает значение от 0 до d минус 1, и при этом взаимно просто с числом d. Так, ну здесь не очень хорошо, поскольку у меня зита и здесь использованы, и здесь, а здесь это уже корень d этой степени, поэтому давайте я не поленюсь и прямо здесь напишу косинус 2π разделить на d, плюс и синус 2π разделить на d, все это в катой степени. Да. Так вот, это многочлен с комплексными коэффициентами. Но при этом, заметьте, пожалуйста, вот здесь коэффициенты целые. И здесь выписаны многочлены, которые, ну, можно считать по индукции, первые несколько мы уже знаем, что целыми коэффициентами. Значит, и многочлен деления круга на n частей тоже будет с целыми коэффициентами. Давайте это подробно напишу. Посмотрите, мы один многочлен оставили здесь, а все остальное отправили в знаменатель. Это многочлен над полем комплексных чисел. Но здесь коэффициенты целые, и здесь все коэффициенты тоже целые. И старший коэффициент все время равен единице. Поэтому это не просто многочлен. Это многочлен с целыми коэффициентами. Теперь нужно думать, как же доказывать его непривозимость. Здесь есть два варианта. Один вариант, когда n простое число. Это знаменитая задача. И решается она при помощи так называемого признака непривозимости Эйзенштейна. А вот если n составное, то так просто решить нельзя. И требуется умение дифференцировать, ну и чуть-чуть сложнее. Все-таки там чуть-чуть будет труднее. Поэтому обычно школьникам всегда рассказывают вот этот случай. И, что называется, забывают, говорят, что когда будете большие, тогда узнаете. Давайте мы сейчас, собственно, делаем так же. Начнем с простого числа. N простое число, N равно какому-то там P. И докажем, что многочлен деления круга на P частей является непривозимым. Ну, во-первых, его надо выписать. Собственно, у нас для конкретных значений было уже написано, но давайте, итак, n равно p. Это x в степени p минус 1 плюс x в степени p минус 2 плюс x в степени p минус 3 и так далее, плюс x плюс 1.
Вот конкретный пример, скажем, x в четвертой плюс x в кубе плюс x в квадрат плюс x плюс 1. Это когда p равно 5. Оказывается, критерий Эйзенштейна звучит следующим образом. Если есть любой многочлен с целыми коэффициентами, у которого старший коэффициент не делится на p, свободный член делится на p, но не делится на p квадрат, а все другие коэффициенты, кроме самого первого и самого последнего, делятся на p, неважно, делится на p квадрат, не делится, неважно, то в таком случае многочлен неприводим. На первый взгляд это очень странно, потому что здесь все коэффициенты равны единице. И непонятно, откуда возникает вообще делимость на p. А ответ вот какой. Многочлен от x неприводим в том и только в том случае, когда он неприводим от x плюс 1. Дело в том, что если вы берете многочлен и вместо x подставляете x плюс 1, и вы сумели бы как-то разложить на множители, то вы могли бы ввести новое обозначение, x плюс 1 обозначить новой буквой, соответственно, там какой-то y, значит, x это y минус 1, подставить все многочлены вместо x, это самое, y минус 1, и у вас все разложится. Значит, на самом деле мы можем вот что сделать. Смотрите, вот эта штука, это x в p минус 1 разделить на x минус 1, сумма геометрической прогрессии. Мы можем написать x плюс 1 p степени минус 1 разделить на x плюс 1 минус 1. Ну, 1 минус 1 это, конечно, 0. А смотрите, что в числителе будет. X степени p плюс px p минус 1 плюс и так далее, и так далее, и так далее, плюс px плюс 1 минус 1. А внизу просто x. Но опять 1 минус 1 даст 0. Когда вы на x сократите, вы получите такой многочлен. Xp минус 1 плюс, здесь все коэффициенты будут делиться на p, а самый-самый последний коэффициент будет равен p. И вот это число не только делится на p, но и не делится на p квадрат. И вот поэтому-то и работает признак Эйзенштейна для этого многочлена. То есть не для этого многочлена работает, а когда вместо x подставили x плюс 1. Все коэффициенты это будут там числа сочетания, да? Из p по k, помните? Число сочетания из p по k это p факториал разделить на k факториал p минус k факториал. Вот если k больше нуля и меньше p, то знаменатель не делится на p, а числитель делится. Поскольку число p простое, то значит тут делится на p. Так, теперь доказываем критерии Эйзенштейна, и тем самым у нас получится неприводимость многочленов деления круга для простого числа. Если многочлен с целыми коэффициентами обладает тем свойством, что старший коэффициент не делится на p, свободный член не делится на p квадрат, и все, кроме старшего, делятся на p, то невозможно его представить в виде произведения двух многочленов с целыми коэффициентами. Для тех, кто не боится слов «рассмотрим по модулю», это вообще крайне просто. Ведь если мы рассмотрим вот этот многочлен не над целыми числами, а по модулю p, над кольцом числа по модулю p, то он превратится, все это превратится в ноль, он превратится просто-напросто в an на x в степени n. Поэтому по модулю p разложение имеет такой вид. Какой-то там коэффициент, какая-то степень, делящиеся на p числа, здесь какой-то другой коэффициент, n минус m степень и делящиеся на p числа. И вот когда вы свободный член умножите на свободный член, здесь делилось на p, здесь делилось на p, получится число, делящееся на p квадрат.
а оно не должно делиться на прихватах. Если вы немножко боитесь слов «посмотрим по модулю», то можно, собственно, рассказать то же самое, только чуть дольше. Смотрите, предположим, что вот этот многочлен мы сумели представить в виде произведения каких-то двух. То есть записали f от x как bm на x в степени m плюс bm минус 1 x в степени m минус 1 плюс и так далее плюс b первое x плюс b нулевое умножить на какой-то там c n минус m на x в степени n минус m плюс и так далее, и так далее, и так далее, плюс c первое x плюс c нулевое. Смотрите, мы можем все вот эти вот коэффициенты b0, b1 и так далее посмотреть по модулю b и среди них взять коэффициент с наименьшим номером, который не делится на b. То есть вот несколько может быть делится, а какой-то есть, который не делится. Замечательно. И здесь то же самое. Возьмем и будем двигаться справа налево и найдем коэффициент с наименьшим номером, который не делится на b. Каждый раз такие должны быть, потому что старший не делится на b. Поэтому в крайнем случае, если все делились, то уж старший точно не разделится. Значит, найдется какой-то там b с каким-то номером, что все предыдущие делятся на b. И там c с каким-то номером, все предыдущие делятся на b. Значит, очевидно. Потому что если у нас оба эти номера больше, чем 0, то получается противоречие, потому что тогда b нулевое и c нулевое делятся на b, и значит а нулевое, которое является их произведением, делится на b квадрат. А здесь написано, что оно не делится на b квадрат. Замечательно. Значит, в одном из этих мест, вот этот наименьший номер, это будет просто-напросто 0. Ну, давайте, например, вот это вот, пусть b нулевое не делится на b. Хорошо. Ну, а c с каким-то номером здесь есть, которое... Ну, тогда у нас c нулевое должно делиться, потому что а нулевое вообще-то у нас делится на b, да? C нулевое делится, а есть c с каким-то там номером, с каким-то номером k, такое, что ck-t не делится на b, а вот все предыдущие, ck-1, ck-2 и так далее, c нулевое, все делятся. Смотрите, когда мы будем перемножать, то коэффициент в произведении при x в степени k будет не делиться. Потому что, когда вы будете отсюда b нулевое возьмете, а отсюда возьмете ck, то это не будет делиться на b. А когда вы отсюда возьмете с большим номером, то, соответственно, из этой скобки вы вынуждены будете брать с меньшим, а они все делятся. Вот, и получится, что в произведении есть вот какая-то там степень, меньшая, чем старшая, коэффициент, при которой не делится на b. Ну, на самом деле, я фактически повторил рассуждение с тем, что рассмотрим многочлены по модулю b, так что это не важно, это просто для тех, кто немножко боится всех этих сравнений. Вот, по сути, признак Эйзенштейна доказан, тем самым мы доказали, что для любого простого числа p многочлен деления круга на p частей, вот этот вот, x p минус 1 плюс x p минус 2 плюс x p минус 3 и так далее, плюс x плюс 1, не приводим.